Здравствуйте, приветствуем всех любителей японского денима. Сегодня в руки нам попала очень интересная модель Oni 506 NXX. Стоит сказать, что эта модель из нового вида денима. Кто интересуется этой маркой, знает, что есть у них деним XX 16,5 унции. И сейчас появился новый вид денима 17 унций. На самом деле различие между ними больше, чем может показаться. Ну, казалось бы, что такое по унции. Деним более фактурный, более рельефный такой. Есть непропрятки небольшие, вот небольшие такие полосы заметны. Ну, кто слышал такое выражение, вертикальный фейдинг. Вот они будут затираться такими вот полосками интересными. Вот. Так вот он выглядит. Такой вот деним. Вот. Сама кромка здесь сделана с ярко-красной такой нитью. Вот она. Так вот выглядит. Выглядит достаточно эффектно. Я сам не любитель подворачивать штаны, но вот кто так делает, будет как минимум смотреться очень органично. Вот, подшиты джинсы цепным стежком. Вот, посмотрим теперь по деталям. Патч классический, как у всех Они. Из оленей кожи, достаточно такой вот красивый, рельефный, фактурный. Изображена здесь голова демона и название самой марки. И маркировка денима NXX. Вот, шлевки сделаны рельефные. Вот с таким вот ребром будет затираться достаточно красиво. Заклепки медные, пробиваются они с мясом. С последних выпусков Они стали выпускать с брендированными заклепками. Вот здесь есть, присутствует символика марки. Раньше были вот такие чистые просто. С обратной стороны, если посмотреть, монетный кармашек тоже здесь селвидж присутствует. Это классическая деталь, еще в старинных джинсах было. Начиная с 60-х перестали использовать, просто здесь подшивался. Вот, ну, японцы делают так до сих пор, даже не в репро-штанах, а в достаточно современных джинсах. Тут вот много таких деталей с отсылками к экстериям. Вот болты с венком на лицевой стороне, со звездочкой. Это вот тоже под старые джинсы 40-х сделано. Вот V-образная строчка. Вот она тоже характерна для старой школы денима, так скажем. Фурнитура Universal. Кто не знает, Universal делает практически все заклепки, молнии, болты для японских джинсовых производителей. Это является подразделением известной компании, которая производит молнии и прочую фурнитуру. Вот сзади нашивка с брендингом. Вот хочется отметить, пошив очень-очень аккуратный. Вот часто такие марки, как Они, иногда нарочно делают немножко так вот расхлябанно, чтобы показать там рукотворность, хендмейдовость продукта. Вот здесь достаточно все чисто сделано. И сам вот этот вид нового денима, вот, он не настолько рыхлый, как вот у их ультраслаби некоторые модели. Например, как Secret Denim есть такой вот он с прослабленной нитью. Здесь вот этого нет. Материал такой вот он
плотно сплетен. При том, что фактура здесь, вот, если посмотрите, она присутствует. Цвет очень темный, обещает достаточно контрастный фейдинг со временем. Вот таким образом джинсы очень хорошие, обладатель, я думаю, будет рад. Вот. Вот такая вот модель 506.